Всем доброго дня. Обещал всем подписчикам показать своих птенцов. Честно говоря, все так произошло. Оттуда, вот отсюда. Не успел. Вот кто у меня остался. Всех продал, распродал. Это чистый чех у меня один остался. Серый классик. Вроде бы мальчик. На 80% я предполагаю, что это будет мальчик, но есть небольшая вероятность, что будет девочка. Но маленький, ему только 35 дней. Посмотрим, что будет дальше у нас. Ихняя мать обратно села на кладку, уже отложила 5 яиц. Птенцов я убрал чуть пораньше, чтобы не мешали матери. Но они уже были самостоятельные. Как я их вывел с гнезда, они больше в него не заходили. Ели в вольере, все, им было удобно, мне нравилось. Здесь у нас есть наш хомячок. А ну покажи нашего Хома. Хома? Хома? А ну поставь Маремка его туда. А ну, куда побежал? Идите быстро, он сейчас убежит. Эй! Поставить? Да, да, вот сюда поставь его, Хоме поставь. О-о-о-о. Он ко мне пришел, убери его, как я не люблю этих хомяков, этих мышей. Как будто он крыса. Ну не крыса, ну. Марья, ну не делай, да. Что? Не путайся, папа. Хорошему, иди ко мне. Иди, что, в клетку не хочет? На плечо, куда угодно, но не в клетку. А ну-ка, стой, наш симпатяга. Вот видите, вокруг ноздрей есть немного белые кольца, но они бывают на каким-то такой промежуток в течение дня. А так в основном все время ближе к такому темному фиолетовому. Убери до Марьям хомяка. Поэтому пока точно не могу определить, это будет мальчик или девочка. Убери Хому. Вот такой у нас красивый, аккуратный. Кто хочет приобрести, можете писать. Птица будет стоить 3000 рублей. Абсолютно ручная. Очень хорошего качества. Ну, поставить уже. Остался последний. Всех его братьев, сестренок мы продали. Честно говоря, птицу оставил себе. Вот эту именно. Она из всех была такая выборочная. Просто так сейчас получилось, что мать села обратно на кладку. И, в принципе, что мне птицу держать? В дальнейшем оставлю другого птенца. Надеюсь, такая же расцветка будет. Потому что из всей кладки яиц 90% вышло. Вот таких серых спинглов. Не спингл, этот, а спингл был один тоже. И остальные серые классики. У тебя Хома как... Я не знаю, как подушка же есть. Так пуховая. Красавчик. Я его не выпускал. Вот вчера выпустил. Вот видите, такая болячка маленькая у него. Над клювом. Вот как он, ну, пока сориентируется там то туда, то сюда. Сейчас вроде бы уже нормально. Свыкся уже. Уже получается у него и прилететь, и улететь нормально, не биться, ничего. Любит очень сидеть на плече. Ну все, говори с ним до свидания. Ого, чего возмущаешься? Вот видите, я же говорю, он уже знает, где ему, что ему. Да, хорошее место, как ты выбрал. Хочу приобрести канарейку. Мне очень нравятся канарейки.
как-нибудь выехать на птичий рынок в воскресный день. У нас бывает в Махачкале. Может быть, там что-нибудь подберу. Эй, красавец! Ну все, всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Все, успокойся.